Спасибо за веру, силу и помощь. Все мы родом из детства. Я учитель начальных классов. Я создаю будущее. Учитель за это хвала. И напоследок. Кто русский плохо учит, тому в подарок вручит. А кто учится рад. Покажи мне, я забуду. Покажи мне, я смогу запомнить. Позволь мне это сделать самому. Это станет помнить навсегда. Как здесь, на самой границе тундры. И деревья похожи на северных людей. Коренастые, крепко держащиеся за землю. Появление жизни на нашей планете сравнимо настоящему чуду. Правильно? А у вас какое настроение стало? Да нет. Какое? Ой. Лучше стало, чем было. Ты улыбаться теперь будешь? Тоже будет. Сам смысл заключался в том, чтобы не просто придумать что-то, а показать еще раз сетевую интеграцию, да, этого объединения. Правильно, музыкальный инструмент. На что он похож, ребят? На солнце. На солнце. Молодцы. Мы отправляемся в путь. Улыбаемся, машем берегу. Знаете, на что похож? На солнышко. Похож на солнышко? Да. Все, приятного аппетита! Океаны, леса и поля, горы могучие, снеги и ветры лихие. Это бескрайняя, это родная земля. Это наш край и наш рай, это Россия. Любовь и слава, небес простор, орел двуглавый и триколор. Великой жизни ветра в стихи вместе и шаг. Над самой лучшей из всех планет народ могучий и президент. Моя отчизна, моя Россия, моя душа. Женщины нежные, дети растущие вы. Нивы бескрайние, сильные руки мужские. Хлеб и подснежники, вечно кипящая жизнь. Это наш край, наш рай, это Россия. Любовь и слава, небес простор, орел двуглавый и триколор. Великой жизни ветра в стихи вместе и шаг. Над самой лучшей из всех планет народ могучий и президент. Моя отчизна, моя Россия, моя душа. Самая светлая, самая сильная, жизни обильная, мать и владычица, ваше величество. Россия, любовь и слава, небес простор, орел двуглавый и триколор, великой жизни ветра в стихи, вместе и шаг. Над
самый лучший из всех планет. Народ могучий и президент. Моя отчизна, моя Россия, моя душа. Любовь и слава не без красот. Орел двуглавый и триколор. Великой жизни ветра психи вместе шаг. Нас самый лучший из всех планет. Народ могучий и президент. Моя отчизна, моя Россия, моя душа. Внимание! Звучит гимн Российской Федерации. Просим всех встать! Уважаемые педагоги и гости нашего праздника. Да, именно праздника. И открыла его Стрельникова Мария Анатольевна, преподаватель по вокалу Центральной детской школы искусств Анадырского района. Сегодня наш праздник вновь собрал мастеров и тех, кто идет к вершине мастерства, чтобы еще раз подтвердить истину, в которой, впрочем, никто и не сомневался. Не оскудеет талантами земля чукотская. Горит в душах учителей высокий огонь любви к детям, огонь бескорыстия и творческого поиска. Именно учитель – это тот человек, который является хранителем знаний и культуры нашего рода. А потому так важно, чтобы по дороге знаний подрастающее поколение вели настоящие профессионалы и мастера своего дела. Учителя – и педагоги с большой буквы. На сцену приглашается ансамбль «Искорки» с танцем «Аллилуйя». Руководитель Абдулизаева Гульпири Рустамхановна. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew. Сегодня в этом уютном зале мы чествуем участников и победителей профессионального конкурса «Учитель года 2024». Наши участники с честью выдержали все испытания. Они уже доказали всем, а самое главное самим себе, что они настоящие профессионалы своего дела. Талантливые педагоги горят сами и зажигают своих учеников. На сцене ансамбль национального танца «Эйнен», руководитель Лисицына Виктория Андреевна. Thank you.
Встречаем! На сцене выступает Скакалин Александр с композицией «Экспромт». Петрич Захар, Ширяев Илья и Скакалин Александр, ученики Центральной детской школы искусств Анадырского района с композицией «Скорый поезд». Руководитель Савицкий Иван Романович. Thank you.
сегодня нас ждет самый волнительный, самый торжественный этап – подведение итогов. В этом году в конкурсе профессионального мастерства «Педагог года Чукотки 2024» приняли участие 12 педагогов. Номинация «Воспитатель года». На сцену приглашается Березкина Мария Владимировна, воспитатель Центра образования села Марково. На сцену приглашается Сабурова Надежда Сабировна, воспитатель Центра образования Московского университета. Пастухова Нина Павловна, младший воспитатель Центра образования поселка Угольные Горы. Номинация «Педагог дополнительного образования». Мазалова Галина Александровна, педагог дополнительного образования Центра образования поселка Угольные Горы. Номинация «Спорт и здоровье». Каравья Наталья Михайловна, учитель физической культуры Центра образования села Военьи. Номинация «Педагог родных языков среди малочисленных народов Чукотки». Андрея Мария Михайловна, учитель родного языка Чукотского Центра образования села Кончуан. Зяткина Наталья Валерьевна, учитель образования поселка Угольные Горы. Поприветствуем участников конкурса «Учитель года 2024». На сцену приглашается Корчагина Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы Центра образования села Кадырково. Центра образования села Маркова. Тихонова Серафима Викторовна, учитель информатики Центра образования поселка Беринговский. Итак, начинаем торжественную церемонию награждения участников конкурса педагогического мастерства. Для вручения памятных призов на сцену приглашается Яковлев Андрей Владимирович. Спасибо. Очень трудную мне задачу задали. Стоит конкурс, глядя на такую красоту и талант. Просто очень волнуюсь. Действительно, вы очень красивые, очень достойные. И я всех поздравляю с завершением муниципального этапа окружного конкурса «Педагог года Чукотки-2024». И с позволения участников, я сегодня минута ваша минута славы, и я попрошу вас чуть задержаться на сцене и воспользуюсь моментом и скажу несколько слов в целом о конкурсе. Дорогие, уважаемые коллеги, я хочу отметить, что в этом году и из года в год, и в этом году особенно, нужно отметить высокий методический и организационный уровень конкурса. И это, конечно же, благодаря компетентному жюри, в котором приняли участие и победители предыдущих лет, и директора школ, и директора культуры и спорта. То есть такое компетентное жюри и честное, самое главное. И мне бы очень хотелось, конечно, поблагодарить организаторов этого конкурса, которые,
просто жили им тоже, так же, как и вы, так же переживали вместе с вами. И поэтому я хочу, ну, первое, слова благодарности выразить, конечно, членам жюри. Спасибо вам за честную работу. Это всегда успех любого конкурса. Это всегда дает надежду и всегда продолжение этому замечательному мероприятию. И я бы хотел вручить благодарственные письма вначале нашему вдохновенному организатору и, ну, не знаю, вдохновителю всех. Это наша Копылова Наталья Леонидовна. Благодарственное письмо и ценный приз. Так. Наталья Леонидовна, спасибо вам огромное за то, что этот конкурс живет и молодеет, и движется вперед, и вперед, и будет, я думаю, всегда. Спасибо. Также я хотел поблагодарить от всей души заведующую отделом методического сопровождения общеобразовательных организаций Чукотского института развития образования и повышения квалификации Лысенко Елену Александровну. Елена Александровна, без вас бы точно ничего не состоялось. Спасибо вам большое. И вот этот подарок примите от всей души. И, конечно, вот низкий поклон хозяину, я не оговорился, хозяину этого учреждения, у которого все под контролем, который действительно с душой отнесся к организации этого конкурса. Это директору Центра образования Кузьмич Александру Александровичу. Сан Саныч, спасибо. Ну и, понятно, всей команде Сан Саныча, которая принимала очень активное участие, которых мы уже всех знаем в лицо. Это заместитель директора по воспитательной работе Дудочкина Елена Геннадьевна. Спасибо. Заместителю директора по воспитательной работе Нарановой Надежде Юрьевне. Как всегда в работе. Поздравляем. Заместителю директора по учебно-методической работе Кузьмич Светлане Владимировне. Благодарственное письмо вручается заместителю директора по информационным технологиям Рябкову Артему Валентиновичу. Тоже наверху. Благодарственное письмо вручается Рябковой Дарье Борисовне. Спасибо вам большое. Благодарственное письмо вручается заместителю директора по дошкольному образованию Зябкиной Наталье Валерьевне. Благодарственное письмо вручается руководителю Центра точки роста Титаренко Светлане Александровне. Спасибо. Благодарственное письмо вручается Дикаевой Ольге Юрьевне, заместителю директора по административно-хозяйственной работе. Благодарственное письмо вручается учителю музыки Центра образования Тарских Ирине Викторовне. Спасибо. Благодарственное письмо вручается заведующей столовой Центра образования «Угольные копи» Клименко Елене Петровне. Спасибо за вкусно приготовленные обеды от всех участников и от всех, кто готовил это все. Награда найдет. Найдет точно? Да, точно. Так это же главные люди. Где они?
Благодарственное письмо вручается Жаворончук Светлане Петровне, шеф-повару Центра образования «Угольные копья». Благодарственное письмо вручается повару Центра образования ГЕХТ Евгению Владимировичу. И, конечно же, нельзя обойти, не поблагодарить. Вот искренние слова благодарности человеку, который сопровождает все мероприятия. И благодаря ему эти мероприятия уходят или остаются в памяти навсегда. Это педагог доп. Образования, Центр образования «Угольные копья» Самохвалов Андрей Александрович. Андрей Александрович, спасибо вам. Благодарственное письмо вручается начальнику отдела по связям с общественностью администрации Анадырского муниципального района Семиклетовой Наталье Юрьевне. Благодарственное письмо вручается Миронову Денису Валерьевичу, директору Центра образования села Усть-Белая, за помощь по доставке участников и руководителей. И, конечно же, благодарственное письмо вручается коллективу Центральной детской школы искусств Анадырского муниципального района и Орловой Светлане Владиславовне, директору ЦДШ. Да? Спасибо еще раз всем организаторам, членам жюри. И, конечно же, теперь, наверное, наступил момент подвести итоги нашего замечательного конкурса. Я хочу буквально две фразы. Дело в том, что у нас номинаций заявлено было очень много. К сожалению, не во все заявились, но заявились в очень многие номинации. И мы понимаем, что в некоторых номинациях у нас оказалось по одному участнику, да? Но это не значит, что он автоматически становится победителем. То есть все, если принял участие и один, значит первое место. Есть некая максимальная оценка, максимальное количество баллов, ну, условно назовем его 100. И если наш участник набирает более 75 баллов, то он занимает первое место. Если он занимает, соответственно, более 50 баллов, то второе место. И вот так выстраивались наши баллы. Я хочу еще сказать о том, вы сейчас просто это сами все коллеги прочувствуете, что уровень мастерства педагогического, уровень подготовки наших участников, он был в этом году настолько высок, что я просто не завидую вот членам жюри, которые вот это все судили и выбирали лучшего. Это было сделать очень трудно, но конкурс есть конкурс. Поэтому мы должны с Сергеем объявить победителей и призеров. Итак, диплом первой степени вручается победителю муниципального этапа профессионального конкурса педагогического мастерства «Педагог года Чукотки» в номинации «Лучшая няня года». Это впервые наша номинация, то есть участие в этой номинации. И я уже сказал, что первой степени, да, и сломал интригу. В общем, она была лучшая, действительно. И вручается диплом первой степени Пастуховой Нине Павловне. Подождите, а самое главное, это сертификат на 30 тысяч рублей, это вы получите в зарплату. Спасибо. В номинации «Спорт и здоровье» призером муниципального этапа профессионального мастерства, педагогического мастерства, дипломом второй степени награждается учитель физической культуры Центра образования села Воеги Коравья Наталья Михайловна. И сертификат. Вот такой замечательный сертификат на 20 тысяч рублей. Спасибо.
в номинации «Учитель-дефектолог года» дипломом первой степени награждается Зябкина Наталья Валерьевна. Спасибо вам большое. И сертификат на 30 тысяч рублей. В номинации «Педагог дополнительного образования» дипломом первой степени награждается Мазалова Жанетта Александровна. В номинации «Педагог родного языка коренных малочисленных народов Севера» дипломом первой степени награждается Канле Мария Михайловна, учитель родного языка села Центр Кончалан. Спасибо. Итак, сертификат 30 тысяч рублей. В номинации «Воспитатель года» дипломом второй степени награждается воспитатель Центра образования села Марково Березкина Мария Владимировна. Поздравляем вас. Сертификат на 20 тысяч рублей. Вот эти красивые цветы. В номинации «Воспитатель года» дипломом первой степени награждается воспитатель Центра образования поселка Угольные Копи Сабурова Надежда Забировна. Сертификат на 30 тысяч. И самая многочисленная, слава Богу, номинация – это «Учитель года». Дело, почему всегда вокруг именно этой номинации? Вроде все равны, вот закручивается вся кульминация. Ну, вообще, изначально это был всегда «Учитель года», да? Потом мы поняли, что не только учителя вообще делают все образование, а есть еще очень много и педагогов, и няни, все, то есть принимают участие в становлении, в обучении, в воспитании личности. И все-таки учителя – это самая многочисленная у нас армия патриотов, не знаю, людей, которые, ну, рождены, наверное, вот, ну, призвание у них – быть учителем. И сертификат участника муниципального этапа конкурса педагогического мастерства в номинации «Учитель года» вручается учителю биологии Центра образования поселка Угольные, ой, извиняюсь, поселка Майнопыльгина, разволновался. Значит, он уже, правда, улетел, Сарсенбаева Арману Жумашевичу. Сертификат участника, кстати, и подарок. Да, и подарок. Значит, сертификат участника муниципального этапа конкурса педагогического мастерства «Педагог года Чукотки» в номинации «Учитель года» вручается учителю начальных классов поселка Угольные Копи Савицкой Анастасии Александровне. И вот этот замечательный подарок и цветы. Диплом третьей степени в номинации «Учитель года» вручается учителю английского языка Центра образования села Ваеги Тихоновой Серафиме Викторовне. Учитель информатики. Да. Да. Извиняюсь. Да. И сертификат на 10 тысяч рублей. Диплом второй степени в номинации «Учитель года» вручается учителю русского языка и литературы Центра образования села Хатырка Корчагиной Светлане Александровне. И сертификат на 20 тысяч.
И победителем в номинации «Учитель года» и дипломом первой степени награждается учитель начальных классов Центра образования села Марково Тарасова Елена Ивановна. И сертификат на 30 тысяч. И, наверное, главное, хочу передать поздравления от имени главы Анадырского района Сергея Леонидовича Савченко. Сергей Леонидович Савченко поздравляет вас всех с завершением муниципального этапа конкурса, желает вам дальнейших педагогических успехов, счастья, мира, добра и особо просил пожелать победы на окружном конкурсе. Педагог года Чукотки 2024. Всем нашим победителям, как в прошлом году. Удачи вам, с Богом. Спасибо. Бурные аплодисменты! Просим вас вернуться обратно в зал. Под бурные аплодисменты громче! А сейчас приглашаем на эту сцену студию «Полет», руководитель Коновалова Мария Ивановна. Матушка земля, ела ля, березняка, для меня святая Русь, для других заносняка. Матушка земля, ела ля, березняка, для меня святая Русь, для других заносняка.
души поздравляем победителей и благодарим всех тех, кто принял непосредственное участие в подготовке и проведении конкурса «Учитель года Чукотки-2024» членов жюри и всех тех, благодаря кому этот конкурс состоялся. А всем педагогам остается пожелать творческих полетов и дерзаний, замечательных учеников, которые, впитав в себя все доброе, разумное и вечное, с достоинством понесут все это по жизни. Звучит песня «Гимн педагогам» в исполнении ансамбля «Радужные нотки» Центральной детской школы искусств Анадырского района, руководитель Горяева Альман Романовна. На конкурсе «Педагог года 2025». Но это еще не конец. Просим подняться всех конкурсантов на сцену для совместного фото.